Работы будут осуществляться на 8 домах. Это дома машинистов 5 по адресам Филатова 1А, Филатова 6, Свердлова 28, Ленинградская 28, Красногвардейская 65 и Кленовая 1/2. Работы разноплановые. Это капитальный ремонт лифтового оборудования, ремонт 5 мягких кровель, установка приборов учета и другие работы. На 7 объектах работы уже начаты, на остальных уже проведены отбор подрядных организаций. Согласно наших с департаментом жилищно-коммунального хозяйства соглашений, работы должны быть закончены до начала отопительного сезона. А если смотреть по цифрам, это до 1 октября 2012 года. Работы по подготовке к зимнему сезону 2012-2013 года идут в штатном режиме. В этом году, как никогда, обслуживающие управляющие организации особое внимание уделяют ремонту кровель. На сегодняшний момент уже отремонтировано порядка 15 тысяч квадратных метров текущим ремонтом. До конца ремонтных работ мы должны сделать еще порядка 8 тысяч квадратных метров, отремонтировать кровель. Особое внимание в этом году также мы уделяем и инженерным коммуникациям. У нас есть перечень работ, которые будут производиться в соответствии с план-графиком, совместно с тепловыми сетями. У нескольких десятков домов мы проводим мероприятия по улучшению теплоснабжения. Освоено будет порядка 37 миллионов рублей на подготовку работ и проведение этих работ вот в этот вот летний период. На сегодняшний момент процент выполнения порядка 70%.